Всем привет, это Олег. Как обычно в украинских СМИ смотришь и читаешь, и там говорят и пишут, что в Крыму сезон провален. Ребят, давайте прокатимся сегодня по четырем пляжам Севастополя, то есть по всей северной части Севастополя. Вот мы заедем в Учкуевку, Любимовку, на Десятку и на Звездный берег и посмотрим, что там творится. Что хочется еще добавить? Знаете, в детстве было: кто со мной, тот герой, кто без меня, тот фашистская свинья. Пойдемте. Учкуевка. Смотрите, как круто все тут сделали для машин. Улавливатели, пешеходный переход. Дорожка узкая тут. И вот чтобы надо паркануться, чтобы не перегораживали. Плиткой выложено все. Скамеечки, урны, все по-цивильному. Как это было, я помню, как это выглядело раньше. Это было жестоко. Сейчас как все стало цивильно. Ну, двигаемся к пляжу. Смотрите, время к обеду, народ уже идет с пляжа. Но посмотрим, сколько там людей-то у нас, а? Хорошо, что мы на машине не стали сюда спускаться. Маршрутка там аж встала, не прошла дальше. Ну вот вам и Учкуевка. Народа нет. Народа нет. Ребята, кайф, такая жарища, в море забраться. Народу жесть много. Веселуха везде. Любимовка. Ох, наверное, вот здесь, вот в этой луже. Наверное, сейчас теплющая вода. Ну, идемте ближе к пляжу. Пляж Любимовки. Народу нет. Вот это Любимовка. Звездный берег. С огромным трудом нашли место парковки. Вон ищет ребята где-то в болоте, где-то там пристроиться. Свободных мест нет для машин. Регионы, как обычно, всевозможные. Да, машину поставить особо некуда. Идемте на пляж.
Звездный берег, конечно, переполнен. Там дальше вообще жесть. Так, это у нас Звездный берег. Крутяк народу. Противоположная сторона Орловского пляжа. Десятка. Вязовая роща. Смотрите, сколько машин на парковке. Это жесть. Народ, это жесть. Я не столько ни разу не видел здесь машин, честное слово. Это вообще какой-то апокалипсис. Сколько вас приехало-то? Мать его идти. Пойдемте посмотрим на пляже. Мы на пляже. Народу тоже большое количество. Кстати, вчера замгубернатора ездил с ревизией по пляжам. Вот этому пляжу не было ни одного предписания. Так, это у нас десятка. Илья, управляющий пляжа на Вязовой роще, на десятке. Выловили его. Илья, вчера проверка вроде была, и что-то ты хотел еще сказать отдыхающим? Ну, по поводу проверки, слава богу, мы впереди планеты всей практически. Претензий к нам, слава богу, никаких. У нас объективно один из самых чистых пляжей Севастополя. Объективно на нем организована одна из лучших инфраструктур, не считая, конечно, некоторых нюансов, которые сейчас из-за каких-то бюрократических проволочек, но решаются. Вопрос другой остался, что вот у нас есть введенная часть пляжа в эксплуатацию и не введенная часть пляжа в эксплуатацию. Обе эти части мы убираем, за ними следим, на них стоят спасатели, но дело в том, что на половине пляжа еще не ведутся работы по благоустройству. Вот все, что вы видите, да, здесь, это, ну, наглядная иллюстрация того, что было, да, то есть по сравнению с тем, что стало на той части пляжа, на которой уже ведется благоустройство. Если честно, хотелось бы обратиться к жителям, в первую очередь к местным людям, да, которые здесь живут и которые привыкли здесь отдыхать с палатками, с кострами и со всем прочим. Друзья мои, я прошу вас помнить о том, что у нас, как и в любой другой стране мира, незнание законов от ответственности не освобождает. И поголовно все люди, которые здесь отдыхают, все знают, что нельзя разбивать палатки, что нельзя разжигать костры. Но мы не лютуем, мы не разгоняем, мы стараемся объяснить людям, что хотя бы нужно соблюдать чистоту и хотя бы не жечь костры. Бесполезно это, к сожалению, пока никакого результата не приносит. Люди как парковались, где попало, так и паркуются. Люди как пытались заезжать на сам пляж на автомобилях, так и заезжают. Люди как разжигали костры, там свои мангалы и все прочее, так и разжигают и ничего за собой не убирают, как правило. Друзья мои, у меня огромная просьба. Мы очень много сил, средств и времени тратим на то, чтобы для вас сделать этот пляж пригодным для посещения. Помогите нам, если можете, да, то есть и обратите внимание на то, что вы оставляете за собой. Больше других просьб нет, мы все остальное сделаем сами. Спасибо вам огромное. Смотрите, на десятки поставили. Горки какие. Прикольно. Если на море волна, и детишек не отпустить искупаться, вот сюда отпускай, пусть барахтуется. Узнал цену 150 рублей в час. Честно говоря, саму хочется наверх вот туда забраться, но мою сотню не выдержит. Я тут столько брызг подыму. Слушай, ну прикольно. Только-только накачали вот эту большую горку. Еще где-то час назад не было. Ребята, это кайф вообще, это супер, на самом деле жарко, и вода просто великолепная, это, блин, это рай. Так, давайте к нашим ежикам вернемся. Честно говоря, с референдума я не видел столько народу на пляжах, даже снимал как-то видео здесь в Учкуевке народу, как в СССР. Сейчас гораздо больше, вот реально гораздо больше, очень много народу.
Поэтому просьба, ну, раз уж столько приехало людей с материка, пожалуйста, будьте, ну, взаимовежливыми, будьте в первую очередь, будьте свиньями, будьте чистоплотными, пожалуйста, собирайте весь мусор. Если мангал у вас, то, ну, не надо в черте пляжа это делать, куда-нибудь в сторонку поставьте. Если палатку поставили на пляже, фиг с ним, мусор уберите, потому что на всех пляжах, которые мы сегодня с вами проехали, на всех пляжах есть контейнеры, везде стоят контейнеры, в большом количестве. Это не кучи закиданные они, там пусто. Они вот подходи, клади, то есть не обломайся, чувак, дойди и брось, пожалуйста, этот в контейнер мусор. Что касается дорог, ребят, вообще, честно говоря, по всей Северной пока ездили, знаете, такое ощущение, что едешь в постоянной пробке. Средняя скорость километров 30 в час, я на четвертую, по-моему, даже и не переходил. Поэтому, раз уж так много приехало, просьба, ну, ребят, если есть возможность подтопить где-то перед два места, ну, подтопите, потому что, ну, реально колонна целая идет. Вот что взяли мы от Качи и доехали до Северной, везде, в принципе, прям затруднено движение, то есть есть возможность, поддавите педальку, дайте сзади тем людям, которые тоже ехать быстрее, потому что не все с кондиционерами, кому-то сильно жарко, кому-то хочется быстрее доехать, кого-то дети маленькие. Ну а так, ну, ребят, ну приезжайте в Крым, ребята, крутяк, вообще ништяк, классно.